В Гомеле лжесотрудники банка похитили у девушки 95 тысяч рублей. Пострадавшая ответила на звонок по Вайберу и поверила, что ей звонят из службы безопасности. Мошенники убедили женщину, что ее карт-счету угрожает опасность и необходимо срочно принять меры. Девушка назвала им все конфиденциальные данные своей банковской карты. Злоумышленники дополнительно поинтересовались, нет ли у клиента еще каких-либо карт или вкладов, чтобы их также можно было проверить наличие угроз безопасности. Ничего не подозревая, гомельчанка рассказала еще об одном вкладе, а затем, поддавшись убеждениям мошенников, поспешила в банковское учреждение, сняла средства и перевела деньги на карточку, данные которой ранее сообщила звонившим ей людям. В итоге минус почти 95 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Если это совершают граждане Республики Беларусь, зачастую удается напасть на след и привлечь к уголовной ответственности данное лицо. Но, как показывает практика, звонки осуществляются с территории Российской Федерации, Украины. Злоумышленников нельзя привлечь к уголовной ответственности. Поэтому профилактика стоит во главе угла.